Короче, лайк, плепи, короче, я старался, так что, короче, лайк, короче. Короче, поехали, короче. Алло, я вам не разрешаю этот скай брать. Да ладно тебе, ничего. У меня вот скоро одна один касаба. У меня тоже 1000 сабов и дальше. Но у меня У брат меня он как Ивангай, и бы... чё? У меня Инфрост и Ивангай. Ты моя сестра. Интересно. Сейчас, ребят, чего добавлю? Этот Феликс. Здорово, пацаны. Ну чё? Мы просто добавляемся. Феликс попросил добавить этот, он сам не может, обосрался. Алло. Да. Привет, Феликс. Еще раз привет. Пипец, это тут опасная банда. Да. 2 года играю. Так что Ух кому ты, поверят? пипец ты опасный. Вот именно. И здесь босс, потому что. Вот Тёмка уже видно то, что он в плагиате у этот скин. И что у кого-то руки из жопы растут. У тебя, что ли? Что ты будешь делать? Да он Я нам не что-то тут улезу. рассказывает, что у него руки из жопы растут. Да. Я не у негра. Я Ну, у этого. у негра, а почему тут нет? Вот кинге почему плагиатил, понятно, уже И сообщили. кого я плагиатил? Ты чё, гонишь? Это с Кепучи. Да ты чё, я сам его рисовал руками на листке. Чё, правда? Потом я его еще это в комп USB-шкой Смотри, если у пихал. тебя руки из Вообще. жопы растут, короче, обратись к врачу, знаешь, это Вот более именно. полезнее будет, чем брать и кого-то, говорить, что он плагиатил. Я этот скин, кстати, переделал, так что... Чё ты в нём переделал, вот Блин, объясни. кстати, мне надоел мой Опять? скин. Кинь его тоже, я тоже такой скин хочу. Еще с реку. Чё хотите сказать подписчикам? Ты рекаешь? А, ты про меня правда будешь делать, да? Для Для тебя тебя а нет, а про про меня Тёмку, сделаешь? да. Да, обязательно. Чё О. скажешь-то? О, ты чё, скинул уже ссылку? Ты чё, уже выложил? Ну, чё Ну, хочешь давайте. сказать? Вот, короче, Тёмка, я тебя буду ещё снимать, правда. Драгон. Давай, на счёт Ну, три. хоть ты мой друг, но я тебе ничего не буду делать. Хорошо, давай, на счёт Чё три. хочешь сказать? Чё Раз, хочешь сказать, два, Тёмочка? три. Всем привет, с вами я, Тёмочка, и это все правда про меня. Да. Чё хочешь сказать, Тёмочка? А, ну, Моим подписчикам? подписывайтесь, ставьте лайки, Ну, там, да. дизлайки. А про то, что ты... Чё, реально Да. будешь всю правду... Сплагиатишь скин? Чё? Феликс, ты чё, реально будешь всю правду делать на них? Ну, я сейчас что делаю? Понимаешь, как... Детяра-типума. Не ломай меня, Да. пожалуйста. Я его сын. Я тоже, кстати, буду про Тимку правду пилить Ты мой теперь. сын? В смысле? Да, я сын Артикума. Короче, этот Феликс, ты у меня вчера 5000 занял, помнишь? Помню. Правда, не вернул. А вот надо бы вернуть, слышишь? Ну, я как бы на вебмане куплю, знаешь, на чё. Ну, значит. Собираюсь кучу китов купить. Пипец. Зажрался, называется. На партнерке, на своих 3000. Сколько тебе на партнерке дают? На партнерка у меня мало копейки. Слышишь, Просто. а ты случайно не бухой? Нет. Водка Вроде или как. пиво? Йогурт. В общем, вот и конец, ребята, данной серии. Я очень, ну очень надеюсь, что вам понравилось, потому что я, правда, угорохал на это просто уйма времени и на то, чтобы найти подходящую жертву, так сказать, и на монтаж. Вы не представляете просто, сколько я монтировал. Это просто не описать словами. Я монтировал чуть ли не весь день, так что, в общем-то, я думаю, точнее, я надеюсь, то, что я заслужил лайк. И, в общем-то, всем удачи, пока. Кстати, следующая зазашки после 15 лайков. В общем-то, вот такие вот пироги.